минутка из жизни, квест о том, как мы искали дерматолога. Вот мы отсюда сюда зашли, и отсюда мы вышли. Мы прошли несколько кругов на территории больницы. В итоге нас отправили за территорию, мы ходили вон туда, на другой конец. Все-таки нашли, да, дерматолога. И теперь мы с уверенностью пойдем сюда, когда получим мои анализы крови. Но я прям иду. У меня только по территории больницы 2500 шагов. Это, конечно, очень круто, но в такую жару тяжеловатенько. Зато мы прошли этот квест. Мы победители. Бинго!